находимся с вами на Пушкинской улице, посвященная нашему великому поэту Пушкину Александру Сергеевичу. Никаких боевых действий нету. Вы знаете, Ростов вообще настолько спокойный город, как бы, что нам вообще не страшно. Если планета будет гореть, как бы Ростов как бы последний пострадает в этом плане. Так что будем молиться и думать о ребятах, чтобы ничего не случилось. Но я надеюсь, что все закончится миром, так и должно закончиться. Ну, мы люди не военные, мы не в теме. Сказать ничего не можем, но, собственно говоря, и возразить ничего не можем. Вот. Общественное, говорится, мнение, судя по прохожим, которые, говорится, контачат с этими военными в военной форме, которые расставлены по городу, ну, судя по всему, сочувствуют.